Открытие специального абонентского отдела в офисе коммунального предприятия сделано прежде всего для удобства как юридических, так и физических лиц. Раньше абоненту для заключения договора приходилось обращаться в один кабинет, чтобы передать показания с индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения или приборов учета тепловой энергии в другой кабинет, а получить информацию об имеющейся задолженности требовалось уже в другом кабинете. Теперь все эти процедуры проводятся по принципу одного окна. Для удобства жителей нашего города у нас существует кабинет принципа одного окна, где в одном кабинете абоненты могут сделать сразу все, переоформить квартиру, заключить договор, если ваша оплата попала не туда. Как раньше, не нужно ходить по кабинетам, по этажам. Все это можно произвести в одном кабинете. Также вот пока девочки там, если какой-то сложный вопрос выясняют, вы можете здесь вот присесть, посмотреть телевизор. В общем, все удобства для абонентов. Отметим, что всего услугами коммунального предприятия пользуются около 80 тысяч абонентов, и порядка 30 тысяч из них – юридические лица, для которых принцип одного окна очень удобен. Отдельный кабинет сделанный, все. Подходишь, сразу счет берешь, оплату. Еще, вот как я предприниматель, раньше платил 96 тысяч. Они посоветовали мне поставить счетчик. Я поставил счетчик, сэкономил 60-65%. 38 тысяч плачу сейчас. Подобные абонентские отделы также действуют в Жилгородке по улице Махамбетова, 24, а также в 11 микрорайоне в здании ТО «Актубе Энергоснаб» рядом с домом номер 114, в микрорайоне Нур-Актубе в доме номер 16 и в здании акционерного общества «Акбулак» по проспекту Абулхаирхана, 29А. Во всех этих пунктах, кроме микрорайона Нур-Актубе, установлены терминалы для оплаты без комиссии за услуги центрального тепла и горячего водоснабжения. Николай Сырбов, Мирлан Аманжолов, Казахстан, Актубе.